сюда намечаем, сегодня не попадем. Там лесовозная дорога только существует. По ней ехать надо днем, она односторонняя, там все две машины включают. Сюда вы точно доедете, а дальше дорога вот эта. Приподнять его. Да. Легковые пройдут и как раз сзади. А, поехали, парни. Вот за Кунгом. Дорога. Тут бег какая-то болотина, да. Вот, ну я провалился.
Заснуть еще. Что весь трипер оттуда вылет внутри. Раскрути. Здесь останется компенсатор получится? Ну, конечно. Да. Да, кружки? Вот кружки. Да. Вот кружки. Хлеба. Зрелище есть. Нет. Это очень удобно. Сейчас я копчености и гущенки. Да. Открой гущенки. А? Гущенки. Да. Оттуда стояли там на якоре. А водичка у нас откуда? Вот там, наверное, да? Да, от этой скалы. А, то есть уже сюда прибой, да? 6 метров. Пойдем посмотрим. Страшно. Ну-ка, постучи за меня. Лед. Лед, лед. Там... Нет, ну даже если мы здесь до скалы дойдем, но 57-метровый участок нам не очистить. Да, это не по силу. Можно рисунок повредить. Ну да, в общем, да, кроме того, повредим. Ломами, если будем, пилой повредим рисунок, который... Смотри, как у нас будет осуществляться. Смотри, чтобы у него ушные. Пошли! Ровно майну делать не будем. Оператора и осветителя на одном конце просто запустим. А если так сделаем майну, а там попозже? А зачем? Надо делать первую дырку и сразу отпускать грузы. Ну, да, конечно. Вот если у меня Sony есть камера, пробуйте.
Там детали идет. Сейчас, держи. Есть. О, все, есть дно, мужики. Меряем. Метр. Метр. Два. Ну, два с половиной. Ну, ты как бы хорошо на. Видишь, 50 лет. Потом будем заниматься это разрешение. Решение такое. Значит, я включаю этот свет. Ты плывешь вот с этим светильником. Угу. Вот с этим. Все, погружай. А это ближе, значит, надо работать. А? Ближе работать. Я сразу аж дыхание сперло. Холодно? Кто там снимает секретки готовления хорошего кофе? Чур, не видел. Все. Знать, мне надо четко знать программу на завтрашний день. Что у нас планируют на водолазничать? Надо встать с боевого полосона. Говорить о том, что нравится и что получилось, наверное, не надо, да? Потому что мы все знаем, что было хорошо, что плохо. Главное, что у нас получилось, что появился опыт. Минусы на поверхности. Первый. Достаточно хорошо было проверено снаряжение оператора подводного. И оно задержало погружение. Второй. Нерационально мы использовали весь состав водолаза. То есть можно было сделать лучше два погружения, три, там, двумя парами, три. Но хотели сделать сразу всю задачу, выполнить всю задачу за короткий период времени. А оказалось, что наоборот потеряли массу времени, и задачу выполнили даже по минуту. Возьми с собой. Ну не пуха! Некогда думать! Черт! Это правый, так?
оператор. Скажите, пусть он от мути уходит. Грузик себе сунь просто. Ну, короче, я почему снял-то? У меня перенос получился. Показывайте, что с ней делать. Мне показали. А, ты камеры? Ты завязываешь только камень к мешку привязываешь, понимаешь? Понял. Это тебя завязали, а ты вяжи, как ты считаешь нужным. Хорошо. Это для тебя, чтобы не убежал. Осторожно. Осветитель развернешь или по краям, как надо? Камеру. Закрыли, не бери. Закрыли, не бери. Она работает. Нашли. Да нет, какой раз, грозным вертолетом поднимать.
Ну чё? Ну чего, не поднять? Какие наметки уже есть, сейчас постараемся доставить.